Если вы думаете, что 2 сентября самыми первыми проснулись школьники и их родители, то ошибаетесь. Самыми первыми в День знаний проснулись лидеры молодежной организации корпорации ВСМПО «Ависма». С 5 часов утра в Доме книги, где был сформирован праздничный штаб молодежки, активисты организации готовились к ежегодной акции «В школу с ВСМПО». Надували десятки воздушных шаров и укомплектовали 541 подарок для каждого первоклассника 10 школ Верхнесолдинского городского округа. Во второй день осени в мир знаний отправились 5064 школьника. В праздничный день они принимали поздравления от учителей, родителей. А первыми на линейках приветственное слово держали директора школ. Корпорация ВСМПО «Ависма» третий год продолжила оказывать благотворительную деятельность. И за счет средств ВСМПО сделана кровля, два участка, сделан новый обеденный зал. Поэтому я очень прошу вас, чтобы вы все это сохранили. Вам, уважаемые педагоги, творческих успехов, творческих находок. И пусть будет взаимопонимание между вами, детьми и родителями. В школе номер 14 с Днем знаний ребят поздравил Михаил Савченко, глава Верхнесолдинского городского округа. Администрация нашего округа прилагает немало усилий для получения солдинскими школьниками качественного образования. Мы уделяем большое внимание модернизации обучения, чтобы все ребята смогли раскрыть свои таланты и показать высокие результаты обучения. Ведь именно умной, грамотной, талантливой молодежи предстоит строить будущее нашего города, нашей области, нашей страны. Поэтому, ребята, примите от всей души самые искренние пожелания удачи, настойчивости в получении знаний, а взрослым и педагогам терпения, неиссякаемой энергии, понимания, добрый путь. Если для 199 школьников нынешний учебный год последний, в мае они получат аттестаты об окончании 11 класса, то для первоклассников все только впереди. Именно они, ученики первых классов, стали главными героями праздника. Можно ли в тетради мелом вместо ручки написать? Лучше скромным быть или смелым, промолчать или закричать? Ничего еще не знаем, но учиться мы хотим. На урок не опоздаем без причины, не проспим. По доброй традиции малышню поздравили активисты молодежки. В каждую школу направился свой молодой наставник. Мы поздравляем вас от лица корпорации ВСМПО «Ависма» с 1 сентября, с началом нового учебного года. Хотим пожелать вам в новом учебном году новых открытий и побед, а также ярких событий и встреч. Молодежь приготовила для учеников первых классов светоотражающие брелоки и книгу «Игру дневник детства», изданную корпорацией ВСМПО «Ависма». Эти презенты уже ждали первоклашек на партах в учебных классах, куда ребята направились сразу после громкого первого звонка.